Привет! Это математические весы помогут вам в изучении математики. С ними вы научитесь складывать, вычитать и умножать. Сейчас я покажу вам, как решать примеры. Решим пример. 3 плюс 4 равно 7. И у нас весы уравновесились, потому что это правильный ответ. Теперь решим пример на вычитание. 7 минус 5 равно 2. И у нас весы уравновесились, потому что это опять правильный ответ. Сравнивайте числа, решайте примеры, тренируйте счет и станьте великими математиками.